собрал инструменты и в дорогу. Аэропорт Хельсинки. 2 часа ночи. Самолет на Ригу 5.30. Дальше пересадка на Брюссель. Народу мало. В аэропорту Брюсселя пойду посмотрю Европарламент. Днем погулял по Брюсселю, съездил в Европарламент, также погулял по паркам, сходил на колесо обозрения, хорошие виды открываются на Брюссель, погулял возле Королевского дворца, потом поехал, посетил атомик, это реконструкция атома железа, увеличенной копии, там есть разные экспозиции, световые шоу, открываются хорошие виды на сам Брюссель и вокруг, на парки, которые там расположены, там парк Европы, в котором собраны миниатюрные достопримечательности с разных частей Европы. Вернулся в центр города, купил знаменитых бельгийских сладостей. Они совсем другие, не такие, как у нас в Эстонии продают, намного вкуснее, это мне очень понравилось, хотя до этого она не любила бельгийский шоколад. Потом покушал, сел на автобус и где-то утром, то есть, приехал уже в Швейцарию, в Базель. Фрагменты световых шоу внутри атомика. Ищу коллекцию Роспати Асрара, но немножко тяжеловато без интернета, но надеюсь найду. Коллекция Роспати Асрара. Очень большая, тоже все не успел попробовать.
крыжовник. Тот, что находил, почти весь попробовал. Так, по-быстренькому. Красную смородину прошелся, но, наверное, 30%, может чуть меньше или больше. Не знаю точно. Чуть малину попробовал. Нереально за деньги. Наверное, 6 часов только. Может даже чуть больше крыжов не пробовал. На некоторых сортах нет тяги, надо искать. Некоторые уже перезрели, некоторые еще не готовы. Ну еще, конечно, надо время просто сфотографировать некоторые.